Всем привет, мои дорогие, с вами Кунынова Аня, и сегодня мы с вами будем распаковывать огромный, очень огромный заказ. Тут было по купонам, не по купонам, что-то для себя, что-то для кого-то. В общем, очень большой заказ. Сейчас я вам покажу, какой. Вот такой. Поэтому я решила сделать распаковку, как, ну, грубо говоря, новый формат, что ли. Но этот формат, он будет временный. Так, в первую очередь показываю вам вот такую гору купонов. Вот такую гору купонов. И могу сказать, что мы их все с моими девчонками, с моими друзьями, знакомыми и так далее израсходовали. Тут не все купоны. Тут, я не знаю, 200, сколько тут купонов. Много, в общем. Поэтому поедем смотреть. Ну, еще, конечно, будут и новинки, как обычно. Поэтому вот такой формат. Да-да-да-да-да. Итак, первое. Самая-самая, наверное, маленькая коробочка. А это вот такие вот трусики. Это я заказала по VIP-скидке 70%. Размер XL. Артикул 510-130. Состав 95 хлопок, 5% эластан. Очень мне понравились трусики в таких наборах. Они идут на zip-замочке. Таким образом. И я, конечно, очень признательна компании Faberlic за то, что они делают такую красоту. Значит, вот первые трусики. Такие вот хорошенькие, мягкие, уютные. Так, вторые трусики. Они все идут слипы. Все идут прикольные. Угу. Ну и третьи. Такие вот хорошенькие. Пора что-то выкинуть и новенькое. Очень хорошо куда-то на поездке. Вот мне очень нравится. Тут также есть защитная пленочка. Пожалуйста, не снимайте защитную пленку до тех пор, пока не будете уверены, что изделие вам подошло. Далее решила достать сразу из упаковки, потому что это такое шабаршание, прям наишабаршашное. Так, смотрим, значит, что у нас далее. Это такие вот пакетички из-под. Итак, первое это такой вот шарик. Это у нас идут мочалки с кусочками мыла. В руках у меня черничный капкейк. Все они идут в таких вот шабаршашных пакетах, как я их называю по приколу. Поэтому убираю артикул 910-110. Вот эти кусочки мыла мылятся. Их тут какая-то огромная кучка. Честно скажу, размыливаются они не особо, и они очень-очень долгоиграющие. Хватает их чуть ли не на месяц. Прям очень хорошо и долго мылятся. Они не размокают, не чачнут, даже если сырые. В общем, тут какое-то вот прям особенное мыло. Запах у них такой вот черничный. Действительно, следующее у нас с вами идет артикул 910-335 апельсиновая меренга. Ну да, пора менять. Тоже с кусочками мыла. Очень прикольно. Ну и последняя мочалочка с кусочками мыла. Мне кажется, такой нигде я ни разу еще не видела. Тут кусочки мыла, видите, не сливаются с цветом. Их там много, 6-8, не знаю сколько их кусочков. Артикул 910-111. Это, между прочим, прикольное дополнение к подарку. Вот мне кажется, очень даже прикольно. Мне прям нравится. Дальше заказала маску для волос, как обычно. Это маска восстановления защиты для слабых и поврежденных волос береза и шиповник. Уже распечатала, тут была защита. Она немножечко слежалась, потому что вот так лежала на боку. Видите, чуть не выпадывает. Ну, вот она такая густая. Очень приятный аромат шиповника. Ну, скажу вам, что это среднестатистическая маска. Ничего в ней такого супер особенного нет. Но она помогает мне и моим волосам. Артикул 1270-150 мл. Так, что же у нас дальше? Дальше у нас идет чек. Ну, тут небольшой чек на 2000. Тут парфюмерные воды. И так далее. Вот кому хочется, пожалуйста, я сфокусировала. Прям вот фокус на эту маленькую коробчоночку. И, конечно же, Q10. Я папе Q10 увезла. А Q10 это энергетика клеток именно на клеточном уровне. Q10 отвечает за срок жизни клетки. Обязательно нужно пить по 2 штучки в день, запивая стаканом воды после еды. То есть обязательно после еды. Артикул 157-96. Периодически ее нужно пропивать. Особенно всем, кто после 30. Незаменимая, очень незаменимая штучка. Вот все пьют коллаген и все такое прочее, но на самом деле витамины важны все. Далее, скоро форум, я запасаюсь продукцией по акциям. Артикул 3358 Валькирия. Ну, нежная такая северная водица. Я бы сказала, ничего такого вроде бы особенного, но такая снежная, неповторимая. Компании Faberlic ее нет. Такой вот она такая единственная, знаете, вот неожиданная какая-то была для меня. Далее Рената Секрет. Это такой зелено-сладкий тяжелый аромат. 3331. Тоже очень приятный лично для меня. Далее Морской Бриз. Очень легкая свежесть. Такая, как вам даже сказать. Они все идут 30 мл, кстати. Артикул 3027.
21, море, солнце, пляж, вот солнечный морской бриз, вот так бы я сказала. Есть какая-то доля сластинки, но вот такая, какую солнышко дает. Блокбастер Фаберлик, водичка прикольная, 32,77, не очень хорошо помню ее аромат. Муж у меня ей пользоваться не стал, к сожалению. И далее тяжелая такая водица, очень неоднозначная. Она у меня стоит открытая, большая версия, нравится, 30,48, тяжеленький такой сладкий аромат. Далее еще большая куча мала. Во-первых, эластичные шелковистые колготки 20 ден. Ну, я их называю двух-трехразки. Вот таким образом, потому что мне действительно их ненадолго. Я их то кольцами порву, то ногтями, то еще что-то. Но они довольно-таки крепкие. Довольно для своей цены это вообще находка. 85 полиамид, 15 эластан у них идет. Артикул 87-867. Я беру себе пятерку-шестерку. Очень, в принципе, нравится. Я прям обожаю. Далее. Это я себе взяла с 60% скидкой бюстгальтер Spacer. 85 полиамид, 15 эластан. Spacer мне нравится тем, что хоть спи в нем, хоть стирай его без сеточек, хоть что с ним делай, хоть мни его, как угодно складывай в чемоданы, в сумки с ним, ничего не случается. Очень комфортно белье и в носке, и на хранение. Артикул 83-262, размер 85C. После того, как убрали пакетик, давайте будем с вами смотреть бюстгальтер. Большая, очень хорошая чашечка. Она нисколько не увеличивается. Ее можно вот так вот мять, и ничего с ней не будет. Вот самое-самое прекрасное, что с таким бюстгальтером ничего не случается, а это просто шик. Он идет толстенький. Полностью вся лямка тянется, что мне тоже нравится. Полностью вся лямка регулируется. А не только половина. Толстенькая такая хорошенькая резиночка, которая поддерживает. Тут она немножко нежнее изнутри, тут она такая более гладкая, приятная. Два ряда застежек, два ряда крючков и такие вот четыре ряда петелек застежечек. Вот 85C. Линейка Story D'Amour. Ну, безумно нравится мне это все дело. И я с превеликим удовольствием это все использую и прям кайфую. Так, дальше. Заказала себе кислородный питательный крем. Очень классная штука. Скорее всего, это даже не мне. Это одно из моих подруг. Потому что я недавно проходила линейку. Еще не все кремы с прошлых купонов израсходовала. Поэтому в этот раз на кремы я не жадничала. Артикул 50. 7,97. Классный кислородный именно питательный крем. Так, далее. Морожка. Это я заказала себе. Артикул 0,1,97. 150 мл. Ну, вы помните, да? Это такая масочка. Она утяжеляет немножечко, получается, волосы. Если пользоваться ей много раз подряд. А если пользоваться ей через раз, просто великолепная штукенция. Мне безумно понравилось. 0,1,97. Аромат морожки не течет. Очень хорошо держится на волосах. Запах вот просто... Понимаете, наносите, и хочется вот сначала дышать, дышать, а потом уже вот, ну ладно, да? Ладно, нанесут. Две штучки таких заказала. Далее еще одна такая же масочка. Так, дальше у нас были маски по акции. Вот эта маска, это мое открытие. Я вам скажу честно. Вот эта вот маска Beauty Love идет как кислородная экспресс-маска для лица, идеальный тон и увлажнение. Вы ее берете, она идет тканевая и... Когда наносите на лицо, это просто шикарно, это великолепно, она пенится. Когда вы снимаете эту маску, просто вот, понимаете, результат это гладкая сияющая кожа. Мне очень понравилось наносить после этой маски, артикул 0234, очень понравилось наносить после этой маски макияж. Ну, конечно, тонечком придется протереть, чтобы убрать излишки маски, но ничего страшного в этом нет. То есть вот так она отрывается, на лицо кладется, и после этой маски вы просто цветете и пахнете. Она еще идет как пенище, она пенится. Ну и вот когда пропенится, ее можно, в принципе, снимать. Я не держу ее по 20 минут, а я ее держу 10-15 минут, и действительно результат очень хороший. Мне очень понравился результат. Так, парочка. Ну, там уже все. А нет, разное. Первое, это у нас идет пятновыводитель кислородный. Им можно делать все. От чистки ковров до момента, что вы можете класть его по чуть-чуть в машину. Допустим, по пол ложечки, по ложечке. И у вас, даже если какие-то пятна были, и вы их не заметили, он все выведет. С него не выцветает одежда, не портится качество одежды. Он мне очень нравится. Артикул 300.
27. Тон идет и для белых, и для цветных тканей. Практически никакого запаха нет, поэтому прям мой фаворит. Следующий — это отбеливатель кислородный. Ну, понятно, безупречная белизна. Тоже отлично работает, здорово, но он только для белых тканей. Артикул 30028. Его у нас уходит очень мало. К сожалению, у нас нет особо там белых простыней, белых полотенец. У нас белого очень мало, прямо очень мало. Поэтому отбеливатель у нас, я не знаю, на полгода, наверное, один уходит. И то нам им очень понравилось отбеливать столовые приборы, кстати. Он очень хорошо работает на отбеливание столовых приборов. Вот напишите, пробовали ли вы что-то еще помимо стирки с этими отбеливателями. Но я прям вот кайфанула. Я, ну, взяла такой вот лайфхак из соцсетей и удивилась, как оно хорошо работает. Далее у нас идет такой вот гамаш. Это было по распродаже. Недавно узнала, что ассортимент Бесси будет выводиться. То есть все превратится в Фаберлик. 300 грамм гамажа. И я его взяла побольше. Он был не по купонам. То есть, если это по купонам, то он был не по купонам. Он был просто по распродаже. Я прям 3 банки схватила, потому что полбанки за раз у меня уходит. По-нормальному скрабироваться нужно 2 раза в неделю. Но я это делаю раз в неделю. Ну, как-то вот, знаете, лень, если честно. Я лучше лишний раз прогуляюсь, нахожу 10 тысяч шагов, чем буду в ванной сидеть себя скрабировать. Хотя, если скрабировать все тело, можно потерять, наверное, столько калорий. Я вот устаю себя скрабировать, если честно. Вот такое вот признание. Там уже дно получается. Итак, у нас с вами артикул этого средства. Если он есть, я его вам очень рекомендую. Артикул 202-510. Он прямо обалденный. Сейчас будем его открывать. Просто он обалденный. У него нежный, легкий, практически никакой аромат. Так вот он открывается. Угу. И вот он. Видите, такой сахарный идет. Клевый и классный. Смотрите. Он прям, знаете, он кожу очень хорошо прорабатывает, но не царапает. Можно и сухим способом, но это будет совсем жесть. А можно просто влажным способом. Он очень хорошо скрабирует и очень хорошо собирает. Но вот запах, написано, что нежный легкий аромат. Нет, я не чувствую вообще запаха. Поэтому вот не знаю даже, верить ли вам описанию в каталоге. Вот напишите, кто пользовался этим скрабом, чувствуете ли вы какой-то запах. Я вообще никакого не чувствую. И, кстати, после этого скраба моя кожа вообще нисколечко не сохнет. Даже вот чуть-чуть, где-то вот что-то. Но я все равно после скраба стараюсь наносить на себя какой-то бальзам, еще что-то. Но вот вы понимаете, совсем никакой стянутости, сухости. То есть он ухаживает за кожей. Тут есть очень много ухаживающих компонентов. И бывают же, вот знаете, такие гели для душа. Просто помылся без мочалки и уже все стянуло. А вот с этого скраба очень все великолепно. Так, далее. Таблетки для посудомоечных машин. Вот эта версия. Первый раз заказала за последние, наверное, несколько лет, потому что предыдущих нет на складе. Хомдом Гринли куда-то ушли, куда-то делись. Надеюсь, что это все временно. Но и эти таблетки мне понравились. Он отмывает все виды посуды, он очищает, идет блеск, все функции в одном. Очень нас устраивали эти таблеточки. Клали по одной, даже на очень грязные, клали всего лишь по одной. Это во-первых. Во-вторых, тут они даже различные загрязнения и пригары удаляют. Также они хорошо справляются с пятнами от следа кофе и помады. Вот этого, кстати, во многих капсулах не хватает. Конечно же, большущий недостаток. Каждую надо чистить вот от такой вот пленочки. Вот, да, маленькая коробочка, полная коробка тут идет. По-моему, их тут 20 штучек. И каждую нужно вот очищать. Вот это неудобно. Те можно было положить и забыть. Тут нет, тут не положишь, не забудешь. Где-то у меня их куча мала, но вот пока 3 штуки. И могу сказать, что также они имеют биоразлагаемую формулу. И продукты безвредны для водоемов, подземных вод и экосистем в целом. Это тоже очень здорово. Дальше поедем. Мыло для интимной гигиены. Мне пришло женское средство для интимной гигиены. Ну и мужское, в принципе, какая разница. Артикул 1640. Я устала от запаха того средства, но мне очень нравится тот дозатор, этот мне неудобный. Вот в таком вот формате мне неудобно. Но очень захотелось поменять запах, надоело. Вообще у меня несколько парфюмов открыто и так далее. И вот это средство, оно мне очень понравилось, потому что оно мягкое. Оно тоже очень хорошо, деликатно ухаживает, естественно. Тоже без сухости, без разложения, раздражения вернее. И также формула идет с содержанием молочной кислоты, которая поддерживает естественный баланс, устраняет запах, деликатно очищает интимную область. И рекомендуется для ежедневной интимной гигиены. Артикул 16.
12-40, 200 мл. Отличная штучка, поэтому я их буду просто переливать в те с дозатором, которые мне удобны, и все. И буду кайфовать. Поэтому вот я взяла много-много штучек. Три штучки тут точно мне. Я себе кликала, да, вот видите, 1, 2, 3, 4, 5. Три штучки я кликала себе, и три штучки у меня вот взяли. Далее у нас с вами идет такой вот детский шампунь. Очень хочется послушать аромат. Очень яркий аромат, бьющий в нос. Такая вот у него консистенция. Это у нас идет шампунь плюс гель для душа. 3+. Очень сильный аромат манго. Действительно возьмет в полет. Также классно, что он идет без парабенов, силиконов и СЛС для детей от 3 лет. Что могу про него сказать? С Викуськой мы помыли им голову один раз. Все здорово, все классно, великолепно. Упаковка реально удобная. И я перехожу на него. Вот серьезно, я перехожу на него. И кроме него я больше ничего не хочу заказывать. Да, аромат очень сильный, он бьет в нос, но нас это не раздражает. Нам это наоборот нравится. Потому что он густой. И то, что тут вот эта штучка плоская, крышечка, мы можем вот так вот его поставить, и он будет стекать, и никаких проблем вообще пользоваться этим продуктом у меня нет. Он яркий, он классный, он хорошо пенится, он вкусный, идеально, идеально. 28-24, хорошо промывает голову. Дальше, это шампунь плюс гель для душа, это походу то же самое, потому что я все заказала по несколько штук, и вы знаете, не прогадала, но тут не только мои заказы. Также у нас с вами идет еще одна классная новинка, тоже идет 3+. Это пена для ванны, которая меняет цвет. Она зеленая, но она становится голубой. И это тоже очень здорово. Сейчас мы с вами протестируем, посмотрим. И я думаю, что вам понравится эффект. И детям тоже очень понравится. Пенится нормально, хорошо. Артикул 2882. Идет также 250 мл, как и предыдущий шампунь. Тоже не содержит СЛС. СЛС у него очень яркий аромат. Он такой какой-то мультифрукт. Ну вот ананас нарисован. Да, вот кстати, вчера мы делали смузи из ананаса. Запах один в один. Флакон тоже очень удобный. А я довольна. Тоже две таких штучки. Далее, следующий шампунь. У нас с вами идет шампунь плюс бальзам 3+. Вот тут вопрос. Потому что после мытья головы мне все равно захотелось воспользоваться спреем. Это раз. И во-вторых, лично мой мастер, она говорит, что шампунь плюс бальзам, да, он будет смягчать волосы. Господи, как вкусно. Знаете, это какая-то бабл-гамовая, наверное, немножко клубничка, очень-очень приятная. Я аромат клубники, вот такой, знаете, такого варенья очень не люблю. А тут нет, тут классный аромат, прям рекомендую. Ну вот кто не любит такие вот компотные вареньевые ароматы, вот это не он. Чему я очень рада. Свежая такая клевая сочная клубничка, артикул 2809. Детский шампунь бальзам 3+, тоже без СЛС, СЛС, без парабенов, без всякой прочей химии. Я довольна. Я довольна этим шампунем. Единственное, что спрей все равно для волос надо бы. Вот у нас Викуська себя подстригла, сейчас она у нас с короткой головой. Волосики такие клевые, классные, вроде бы рассыпчатые, но пока вот спреем не побрызгаешь, у нее мой волос тонкий и очень густой. Тонкий, густой, вообще прямо. Парикмахеры удивляются. И что я могу сказать, вот такой тонкий густой волос, он имеет свойство колтуниться ни с того ни с сего. Поэтому, конечно, мы ее просушиваем, прежде чем ложить спать, и с утра все равно нужен спрей. У нас такой вот тип волос, поэтому смотрим, да, тоже две штучки. Так, а это у нас что? А это у нас что-то банановое. Что-то очень вкусненькое, банановое. Давайте будем пробовать. Это детский гель для душа. У нас есть шампунь-гель для душа. Я его буду, конечно же, использовать только как гель для душа. Также у нас есть гель для душа плюс бальзам. Он, конечно же, только на волосы. И это шампунь-гель для душа. Ну, грубо говоря, у нас было два геля для душа. И шампунь. Ну, очень приятный аромат. Очень пахнет бананом. И бананом таким нормальным, не запеченным. Вот, что я тоже не люблю, когда, вот знаете, искажаются запахи. Нет, тут прям классный бананчик. 28,81. Викусю тоже, к сожалению, только один раз им помыли. Ну, вы видели, эта коробочка у меня была открыта, потому что это новинки. И я могу вам сказать, что я всей этой линейкой, всей этой серией, консистенцией, моющими свойствами, пенящими свойствами, ароматами, удобством упаковки, вообще как бы качеством волос, тела, мне все понравилось. Я сама ими раз помыла. И дочку помыла. Мне все понравилось, мне все хватило. Я, конечно, пережженная блондинка. Я после делала маску. Ну, как после шампуня маску не сделать пережженным блондинкам. Но, в принципе, я очень-очень довольна. Честно вам скажу, мне очень понравился выпуск нашей новой линейки. Можно ее смело рекомендовать друзьям, подругам. Вы будете в восторге. Далее, такое вот мыло, устраняющее запахи, у нас в нескольких вариациях пришло. Давайте с вами будем смотреть, что тут за куча мала. Да, мыло для кухни, устраняющее запах.
запахи. Оно все идет, как вы видите, одинаковой консистенции, одинакового цвета. Это красный гранат. Мы с вами поворачиваем и таким вот образом смотрим это мыло. Оно действительно устраняет запахи. С ним можно мыть пол такой средней густоты. У него приятные, не яркие, не бьющие в нос ароматы. И я вам честно скажу, они прям суперские. Значит, у красного граната так... закрою. У красного граната артикул 302.01. Все они идут 300 миллилитров. У бархатной орхидеи самый, наверное, мой любимый аромат 302.10. Далее у аромата ароматное яблоко 302.06. И антибактериальный компонент это нежное алоэ 302.03. Аромат тоже очень приятный, такой чистоты, хорошенький. Также это у нас идет крем-мыло для рук в новой упаковке. Безумно удобное. Классное крем-мыло. Чем оно мне нравится? Тем, что, ну, во-первых, новый аромат. Я не люблю одинаковые ароматы. Во-вторых, такое мыло мы уже ставим в ванной. Я очень люблю, чтобы были разные ароматы. И оно еще идет с ухаживающими компонентами. У него такой средней яркости аромат клубнички. Очень приятной клубнички. Такой клубники со сливками, я, наверное, бы сказала. Ну, тут и название крем-мыло для рук на малины и молочные протеины. Тоже 300 мл, 28,74, но это мыло уже не устраняет запахи. То есть, если это мыло у нас стоит только на кухне, то этим мылом оно у нас стоит в ванной. Да? Вы знаете, что у нас две ванны и кухня. То есть, три раковины в квартире, и на всех раковинах стоит мыло. Но вот это только на кухне стоит. Очень хорошо убирает запах чеснока, с чеснокодавилки, запах рыбы с досок убирает и так далее. Прям 5 с плюсом. Дальше проделывала массаж вот с этим средством. Оно тоже было в распродаже. Но я бы его и без распродажи купила. Артикул 202-508. Это целлюлитное масло BSC. Тоже взяла впрок. Это не купоны получается. Это просто я взяла впрок. Потому что скоро я буду проходить опять-таки курс массажа. И на проблемные зоны буду наносить его с помощью рук массажиста. Я его беру с собой, и массажист мне делает массаж с этим средством. Очень понравилось, очень рекомендую. Жжет в меру, чувствуется, да, там небольшое такое покалывание, теплота, но не как вот термоэффект, от которого глаза выпадывают. Оно содержит натуральные эфирные масла грейпфрута, лайма, лаванды. Он очень вкусно пахнет, он активно борется, оказывает дренажный эффект. Ну и с помощью массажа, я думаю, это в несколько раз круче работает, нежели просто намазал. Ну и намазал тоже, в принципе, хорошо подтягивает кожу, тонизирует, и кожа такая становится более эластичной, упругая. А с помощью массажа еще круче. Он идет как спрей. Видите, как спрей. Он сейчас пустой. Вот такое вот масло. Очень приятное. Наносится тоже легко, разносится хорошо. Видите, потекло. Такое вот хорошенькое маслице. От него чуть-чуть погреет. Запах прямо такой, знаете, цитрус, и кожа такая мягкая-мягкая. И, по идее, он меня вообще никак не беспокоит. Хотя у меня, на минуточку, очень чувствительная кожа тела. Когда я нанесла на себя термоэффект от компании Faberlic, крем не с охлаждающим эффектом, у нас их там два вида, а именно термоэффект, я страдала. Я вам честно скажу, я страдала. Так, значит, это у нас идет легендарный кислород, восстанавливающий активный спрей. Артикул 0256, это хит Faberlic. Очень люблю этот спрей. И можно пользоваться, в принципе, несколькими способами. Каким образом? Можно просто как спрей его наносить на руку, и все будет хорошо. А можно его морозить в морозилке и протираться маленькими кусочками льда. То есть это вот такая вода. Обычная вода с очень-очень приятным ароматом, которая, ой, прям хочется на себя, которая спасает жару. Я очень люблю жару, брать его с собой где-то вот на экскурсии, еще куда-то, потому что он действительно меня как-то, вот знаете, спасает, что ли, от жары. И кусочками льда, если честно, попробовала один раз, это такая морока, потом эти кусочки льда у меня схватили дети, кинули в чай, чтобы охладить, потом ходили, говорили, что какой-то ненормальный вкус чая, больше такой чай не заказывать, я им говорю, вы кислородный бальзам туда положи. В общем, вся эта путаница мне не понравилась, хотя зимой летом протираться кусочками льда очень полезно. Далее очень оценила средство, которое идет для снятия всех видов лака. Мне оно понравилось. Артикул 14999, 100 мл, работает на ура. Даже наш лак с блестками очень хорошо убирает. Дальше увидела по распродаже масочки, и вот купила их не то чтобы распродажи, а потому что давно я их не заказывала, и мы иногда сидим или с мамой, или с сестрой, там еще что-то, сидим по масочке сделали, такие довольные, вообще здорово.
здорово. Детокс-маска для лица легкость идет 0073. Все маски отлично работают, но они идут разнонаправленные. Защита, антиоксидантная маска 0075. Все они идут тканевые. Дальше маска для лица авокадо 0074. Она идет для того, чтобы ваше лицо питалось. Питательная масочка. Так, обновляющая маска для лица возрождение 0070. Они очень хорошо пропитаны. Там столько воды после маски остается в самой пакетике, что я это все наношу еще на шею и на зону декольте. Хватает с головой. Прямо сырая шея. Не влажная, а сырая. Поэтому прям берите, маски клевые. Картикул 0072. Антивозрастная маска для лица молодость. Гранатовая. И артикул 0071. Это матча. Очищающая маска для лица свежесть. Очень классный состав. Очень хорошие маски. Хорошо очень работают. Освежают лицо. И часто, когда я устаю, я так протерла лицо мицелляркой, потом тонечком, сделала масочку. Через 15 минут снова тонечком. И вы знаете, меня все спрашивают: слушай, ты что, сегодня не устала, что ли? Почему у тебя такой свежий вид лица? Я говорю, ну вот потому что маски. Чудо действия. Я прям в восторге. Ну что ж, идем в третью коробку. Вы мне, пожалуйста, отпишитесь, удобен ли вам такой формат, что вы видите не только на столе, но и все количество в коробке. Тут огромный просто длиннющий чек. Суммы тут внушительные. Суммы внушительные, но и скидочка тоже неплохая. 26%, вот такая вот скидочка. 26 тысяч рублей в магазине такую скидку вряд ли кто сделает. Итак, первое, что я себе взяла, это туфли. Обязательно туфли. Почему? Потому что те предыдущие я все-таки за 3 года расшатала, ободрала. И они мне очень понравились, поэтому я их прикупила. Это мой каблук, моя высота. Они мне очень нравятся. И они ко всему подходят. Цвет обалденный. Буду носить с превеликим удовольствием. Сейчас примерю, вам тоже покажу. Тут не очень ровно клей внутри. Вот мне вот это не нравится. Предыдущие, конечно, были классными, но я их примерю и почувствую, как они на ноге. И если все хорошо, я их оставлю. Меня это не смущает изнутри. В принципе, вторая туфелька очень даже ничего. Все с ними хорошо. Великолепно. Красивый, да, цвет, согласитесь? Аккуратный, хорошенький. Тут еще лежала огромнейшая пачка купонов в дополнение к тем, что есть. Это, конечно, обалдеть не встать. Вот столько купонов. Поэтому заказ у меня, конечно, огромный. Итак, смотрите, у меня был повтор заказов БАДов. Мой врач сказал, что БАДы просто наивеликолепнейшие, что они очень стоящие, они очень крутые, и чистые составы, и так далее. Поэтому она мне как прописала, я, в принципе, так и пью. Значит, пробиотик, ну их тут я не знаю, по сколько штучек, но я вам буду просто рассказывать. Значит, пробиотик я пью вместе. Так, пробиотик, ну пробиотика много, потому что нам надо и папе, и мужу. Так. Так, это Либероверм, антипаразит комплекс. Вот этот антипаразит комплекс нужно пить за полчаса до еды. А иммуномодулятор Форте тоже нужно пить до еды. То есть одна капсула этого, одна капсула этого. Тут в составе идет, как врач сказала, гуарана. И из-за того, что тут гуарана, он будоражащий, возбуждающий, грубо говоря. Его нельзя пить на ночь. С утра одну штучку отлично. Причем мой врач моей Викусе 9 лет прописала половинку штучки по утрам. Сейчас она у меня их пьет, и я это заказала еще себе. Потому что она сказала мне тоже пить, но я оставила Викусе. Но вот тут 60. Вики это 60 до 60, 120. Получается, на 120 дней по половинке она будет пить. Вот она их пропьет, сделаем перерыв, снова будет пропивать. Но мы ей капсулу разрываем. Все хорошо. Значит, у иммуномодулятор Форте, божечки ты мой, тут очень мелко. Они очень классные. Я о них недавно снимала очень огромный подробный видеоряд. Артикул 156-79. Вот их мой врач мне сказала пить до еды. Далее. Вот этот антипаразит Либероверм. Он классный. У него очень суперский состав. И, конечно, нужно начинать с него обязательно. Если вы хотите начать пробовать БАДы, неважно, что вам сказала простник, как она мне сказала, вообще абсолютно неважно. Начинать нужно вот с этого БАДа. Я его пью 2 раза в день по одной штучке до завтрака и до обеда. Артикул 156-97. Так и называется. Вот видите, Либероверм. Очень крутая штука. Буду пить с удовольствием. С превеликим. Ну, тут еще идет пленочка, как вы видите, сверху. И вот тут еще идет вот так вот все закрыто. Фиг распакуешь. И вот их можно принимать. Сегодня я их увезла папе еще. Несколько штук я увезла папе. Он тоже будет пропивать. Далее. Пребиотик. Пребиотик нужно пить во время еды. Как раз таки. То есть вы приняли
все это дело. Либероверм плюс антиоксидант Форте, иммуномодулятор Форте, вернее, вы его приняли. Через полчаса вы пошли кушать. И где-нибудь посреди еды, посередине еды, вы уже можете выпить вот этот пребиотик. Пробиотик и пребиотик. Тоже очень хорошо. Артикул 156-89. Далее, так, это тоже мамам, папам. Я сразу заказываю 7, поэтому и заказ на такую сумму. Видите, далее идет антистресс. Он очень тоже зашел моей дочке, те же самые БАДы. И я решила тоже пропить его сама на ночь, чтобы спокойнее спать. Я не могу понять, как я сплю, спокойно или нет. Я до этого пропивала 2 упаковки подряд нашего стресс с магнием пропивала. А сейчас пропью антистресс. Ты после этого уже посмотрим, да? Вот такая вот куча мала. Значит, антистресс мы Викуське даем по половинке тоже на ночь, а сами будем пить по целой. Артикул 156-76. Дальше. Скоро у нас в компании Faberlic появится отдельно куркумин и магний. Но пока что вот в этом составе куркумин есть. И, в принципе, мы решили, что нам не нужно. А нет, не в этом составе. Тут имбирь, гвоздика, фенхель. Наверное, куркумин у нас в антиоксидант комплексе. Иммуномодулятор, вернее, комплекс. Да, вот тут есть куркума. Поэтому обязательно смотрите. Далее. Очень много одежды от Бурматикова. Всю ее я снимала. Поэтому я могу сказать, что я просто перезаказываю леггинсы. Вика выросла, леггинсы стали маловаты, и вот они пришли. Теперь мы носим ростовку 152. Господи, мой ребенок вырос с Faberlic. Артикул 532-207. Леггинсы такие вот. Они обычные, тонкие, хлопковые леггинсы. Хорошо тянутся, с хорошим количеством эластана. Мало ли мы куда-то поедем отдыхать. Вот такая вот кепочка. Очень красивая. Ну, ее вы видели, наверное, и на YouTube. И в обзорах, и в рилсах, и в шорсах. Артикул 600-666. Далее леггинсы такого вот цвета. Обычные леггинсы 152 уже ростовочка. Артикул 532-16. Далее такие вот леггинсы 533-697. В них классно бегать дома. Они очень милые. Вике не очень нравится. Ага, вот еще. Вот еще БАДы. Ну да, папе, маме, всем вот так вот на месяц закажешь. А у тебя 300 баллов БАДов, и ты даже не понял, чего заказал. Все раздал. Но я не могу родителей обделять. Я себе заказываю. Я, конечно, и старшей дочке, и младшей дочке мы посмотрели. И себе, и Антону. И, в принципе, БАДов хватит на месяц. Так, дальше. 533-688. Это такие вот желтые, веселые. Ростовку 146 взяла. 152 не было. То есть на сейчас на каких-нибудь занятиях спортивных носить будет одно удовольствие. Это 152. Тоже обычные леггинсы, также 95 хлопок, 5 эластан, все составы идут тут практически одинаково. Ну вот тут 92 хлопок, 8 эластан, вот в этих вот 92 хлопок, 8 эластан, но я думаю, что ничего страшного в этом нету. Далее, вот такие леггинсы, тоже 152 размер, серые, просто серый меланж, идет тоже 90 хлопок, 5 вискоза, 5 эластан, ну хороший у них состав, я прям в восторге. Так, еще одна кепочка, очень, кстати, классная кепочка, хорошо стирается. Артикул 600-763, прям в машинке стиральной. Отличная кепочка. Тут что-то типа имитация под кожу, сердечко имитация под кожу, а сама она хлопковая и тут сзади регулируется. Вот заказала, мало ли куда-то поедем отдыхать, а у нас кепок нормальных нет. Ну и последнее, что я взяла, это такие вот ботинки. Я их взяла в Викуське. Потому что все, что я заказываю на Яндексе, на Вальберис, я вам честно скажу, Faberlic качество не уступает. Вот серьезно. Ботинки, что 20 тысяч, что 5 тысяч, что 3 тысячи, что 1500, они крутые. Вот 35 размер. Посмотрю, если подойдут, обязательно оставлю. Тут такой вот подшерсточек небольшой, искусственный. Клево, классно. Вот знаете, они идут для такой минус один, плюс один, да, вот для такой погоды. Они не зимние, поэтому, конечно, в них будет холодно. Но на весну они точно у нас останутся. Великолепно просто. Толстая подошва, все здорово, классно. Тут еще и даже затягивается, если нужно затянуть. Вот оно затягивается, все на замочке, все хорошо. Ребенок у меня носит с превеликим удовольствием. У них идет артикул 886-007. Ну что, мои дорогие, 3 коробочки мы с вами открыли. Следующие 3 в следующем обзоре. Всем пока-пока, до встречи с вами в новом видео. И обязательно расскажите мне, пожалуйста, зашел ли вам такой формат.